Цена на чай в городе Пизаро 2 евро. Такой вот чайник стоит. Чем ближе к набережной, вон туда вот идет море, чем ближе к морю, тем дороже все. Чем ближе вон туда, в сторону города, скажем так, тем дешевле. То есть чай можно за евро попить в этом городе. Такие вот дела. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся в Италии. И...